Награждаются Совет ТОС Содружества Советского района. Председатель Совета Сухарев Денис Владимирович. Трудно представить себе какое-то направление деятельности наше, да, которое мы делаем без партнерства с ТОСами. Что делает ТОС? Благоустройство дворов, пожалуйста, это ТОСы. Участие в муниципальной программе «Комфортная среда» – ТОСы. Выбор подрядчиков – ТОСы. Они все лучшие. И мы среди этих лучших выбираем еще лучших. Это стимулирует всех. Во-вторых, это некоторым образом структурирует работу мэрии, органов местного самоуправления, муниципалитета в целом и органов ТОС. Мы всегда в программу праздника включаем спортивные мероприятия. Для ребятишек веселые старты, а для подростков и молодежи различные соревнования. У нас футбольное поле прекрасное, волейбольное поле прекрасное. Мы организовали городошную площадку. В составе нашей дружины находится 39 наших дружинников, бойцов, как говорится. Ребята все время, молодежка, она как бы прибавляется к нам, понимаете, судя? Потому что, во-первых, их, может быть, привлекает форма. Мы постоянно выигрываем гранты, и постоянно у нас вот эти формы, они чем-то похожи даже с полицией. Ну, а взаимодействие с полицией у нас очень такие дружные. Большинство патрулируем мы на мероприятиях, на очень больших. Обязательно дежурим. Нас, узнавая нас в форме, они сразу прекращают. Видно, все это действует на них. Поэтому я считаю, что это очень хорошее то, что дружина есть в нашем городе.